Чё, пацаны, я приглашаю? Я приглашаю. Приглашаю. Ты пригласил его, нет? Нет, Форд сказал, пригласит. Чё за миссия-то хоть? Трудные времена, отчаянные меры. Да что ты? Защитите Ламара, уничтожьте болото. Да что ты? Читать я умею, Форд, спасибо. Форд показал, что он умеет читать. Достижение. Ачивка тебе. В Steam еще получит. Первое прочитанное предложение. Что, пацаны, давайте. Какой я модный! На вираже. Я готов. Не, пацаны, о, дайте я выберу себе. Нет, блин, такой. Саня SG. Вот какой, мы фанаты. Какой-то ты так. Блин, вы такими были хорошими тёлками. Чё с вами? Ну сменили пол, чё, пацаны? Это пипец. Где Вова? Вова такой на пафис. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ты уже записываешь, Саня? Да. А чё мы не здоровались? Погнали, здоровься! Это что за звуки? Это я конфетку достал. Амели, кто брал шоколадку? Зайчик. А ты не брала? Нет. Это зайчик брал. Всё съел? Да. Конфетки. Много-много зайчик съел. Какой он хитрый! Все твои конфеты съел. Саня как-нибудь обыграет его монтаже. Кет. Кстати, я на Adobe перехожу. На что? Не Вегас. Дешевле? Нет. На что ты переходишь? Понятно. На Adobe этот. Премьер. А? Это Windows Movie Maker который? Нет. Я не... О, так мы же... Ёперный театр! Мы приехали, знаете куда? Да, я понял тоже. Ну, Growth Street, да. Там рендер намного быстрее, чем в Вегасе. Давай. Если ты меня научишь им пользоваться, то. Поперек дороги поставь. Блин, чё? Саня, ну я сам. Поперек дороги поставь ее. Да подожди, я соображаю, может кто-нибудь может заехать. Nice car, спасибо. Да ставь поперек и погнали всех гасить. Да. Вова начал гранаты. Попало хоть? Вот даун! Попало, да! Красавчик. Excuse me. Я вообще не представляю. GTA 6, наверное, будет вообще жить. Придурок! Что ты опять делаешь? Что ты сделал? Блин, я уже у меня дробовик. Ты кто? Это пацаны, есть мне плохо, я ухо. Понятно. Я не успел. Слово. Я не успел. Аккуратней надо просто. Как я. По крыше. По крышам бегать, голубей гонять. Просто спрей. Все? Все. Нет, еще один тут где-то. Еще где толпа, он? Говорят, едет. Я подъезжаю на машине. Да, пожалуйста. Вот он. Где они? Я убил его. Что сделать надо? Садитесь в мудбим. А, ну все. Все что? Садись кто-нибудь. Это. А, ну, так мы на этом что ли были сейчас? На ой, пацаны. Да, Санек, взорвали дом. Будь здоров. Спасибо. СиДжея. Будь здоров, Санек. Мистер Чир, расти большой. Вот какой-то придурок двери сломал, а на улице вечер, холодно, комары. Ну, а кто сломал? У них там даже похлеще комаров может быть. Да. Пули там. Неповоротливый. Доберитесь до Балас. Балас. Жизнь нету. О, палач, 50 уровень. На жизни столько. Поехали, давайте. Но ты так не топи, господи. Пацаны. Ну так стреляйте мне. Так я не могу. Я тоже. Вы развернитесь, пожалуйста, боком-то другим. Так да, я этим не могу стрелять. Мне вот плохо что-то. Саня. Что? Я вообще стрелять не могу, я только стреляю. Уезжай! Всех убили почти уже. Мне вообще плохо. Нам плохо. А ты тут сидишь.
Всех убили почти, всех убили. Все выполнили, че вы очковали, я не понимаю. Ты на жизни бы видел, блин, сидит. Это только эти, сейчас еще. Сейчас еще точнее мы придем к ним. Что вы хотели от меня в этом эпизоде? Чтобы я мог стрелять! Чтоб ты помедленнее делал все. Ворвались, задавили, так перестреляли. Я-то стрелять не мог, ты стоял боком и все. Да я всех убил. Форвард с Вовой. Я вообще не понял, где я сижу. Я опять забыл. Ты спереди сидишь. Я понял, да, спереди справа. О, ну поеду, что не слева. Поеду, пацаны, вот. О, красный свет показывает, он едет. Ну куда? Хороший водитель. А, давайте, давайте. Плавно у него все тебе, плавно. Ты машину разбил, ты машину разбил. Я вообще читал, что он говорит. Вот, на зеленый, молодец. Зеленый, молодец. Бам! Мы поняли. Вообще не по... Вова, это... Испугался. Я ремень забыл пристегнуть просто. Выпал чуть-чуть. Давай поворачивай. Все, за Richmond полку, давай. Вот здесь, по-моему, кого-то снимали с винтовки, я помню. О, алло! Что сделал? Ты чего? Ты куда приехал? Куда сказали? Водила! Из Нижнего Тагила. Да в смысле, была точка тут, чё? Ну фига ли ты встал? Вова. Попрыгать ты что? Кому-то в хату ты стреляй. Прыгни ещё раз так. Впереди. Вова. Да стой. Да стой, не прыгай, подожди. Я хотел, чтобы он прыгнул, а я бы это выпрыгнул. Ну, так прыгай. Ладно, короче, погнали. Время-то идет. У нас же время. Точно. Погнали. Чу-чу-чу, давай, топим километр. Да чё такие пустые улицы, вообще никого. Тут танцевались. Так это же вечер. Это только всегда. В Питере у нас хачи ездят туда-сюда, подвозят там. А тут тихо, спокойно, вон мадам. Познакомимся? Ты её хотел к нам, что ли? Всё, не познакомимся. Это она постреляла? Это я в неё убил. Ещё одна. Куда ты ложишься под тачку? Одни женщины только на улице. Это проститутки. Не все же. А я уверен, что все. Некоторые из них хотят, чтобы их изнасиловали. Он это да. Так они вдвоем ходят, только женщины ходят. Кто их изнасилует? Награда пассажир золотая у меня. Эту награду так сложно получить. Надо так постараться. Че, парни, вы готовы? Давай, фигать? Просто проезжай. Приезжай. Просто... Все, все, давай. Давайте, давайте, просто. Да, да. Что? Задолбал. Справа ты. Алло, 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 да. Не умирайте. Кто вышел? Да я вышел, мне задолбал из УЗИ стрелять. Где он? Я никого не вижу. Бейте последнего уже. Да он где-то за столбом. Где он тоже? Что-то не видно. А, вот они. Тут что ли? Заныкались. Я кого-то убил. Ну, давайте сваливайте, ребята. Сваливаем, пацаны. Чумаш, едем. Куда? Чумаш. Время добавит. Погнали! Ну что, меньше чем за минуту всех убили? Или время отключалось, наверное. На этот период. Время добавили, Вова. Да, время добавили. А, то есть мы могли вообще не успеть их убить даже, да? Ну да. Да. Понятно. 200 РП. Пиу, 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 виу, виу, виу.
Я не помню, чтобы я по этой дороге ехал в GTA обычно. Это потому что пустынно, никого нет. Я тебе говорю, это кажется вообще другой город какой-то. Там в одиночку, вот особенно я сейчас с максимальными настройками графики поиграю, там вообще будет заполнено все. Пиу, пиу, пиу! Там дальше есть пиу-пиу-пиу. Да ты что, господи, как ты про это все знаешь? Тык-тык-тык-тык-тык, как я обожаю этот звук. Как будто в поезде едешь. А этот? А такой? Геймпад. Это музыкальная дорога называется. Это называется евродороги. Я помню. Чтобы не заезжать на линии. Как на Дримкасте, этот. Как он назывался-то? Я даже не помню. Ну, короче, для вибрации штука. Вибратор? Ну да. Помнишь, Сань, купил? Что, между ног все вставляли? Нет. Прям... Просто ощущения были странные какие-то, непривычные. Прям по центру вибратора, этого, геймпада. Ё-моё. Да, снайперка? Кстати, можно, да. Бегай на лодку и мочи его. Убивай. Снайперка. Мы так попробуем. Ой. Санёк, ты не тут спрятался, по-моему. Рука побежали. Ну убивать, не? Прям туда? Мне не видно вообще никого. Ну побежали, Саня, побежали. Да я снайперки, если что, вас буду. Я хочу за скамейку спрятаться. За какую скамейку? Там, короче, с левой стороны, возле мусорки. Он ой! Вот-вот. Давайте, парни, я сейчас сдохну. Ну вот, добегался. За скамейку спрятался. О, я снял чувака на этом самом, со снайперки, на катере. Хорошо. Просто. Я их не вижу. Давай, я сейчас покажу, как надо. Иди сюда, иди сюда. Бежали, бежали на него. Просто, на-на-на-на-на. Сдохни, я с пулемета тебя долблю, ты не сдыхай. Карлсон. Оп. Который живет на крыше. Я попал там гранатой, но нет? Типа да. Он жив. Все. Тебе нет, он еще жив. Он контрольный. Все, я убил. Такая музяка еще играет на фоне. Меня все жив. У меня нет музыки. А ты-то чего выключил музыку? Зачем? Чтобы вас будет слушать. Что, опять я все слышу. На лодку? Или куда? Вертолет летит. Вертолет. Вертолет. А нужно его уничтожить, наверное, да? Что, надо догнать для начала, по-моему? Ну, два где машина? Их сначала, для начала их два. Вертолеты поддержки, значит, они прилетят. Они к нам летят или они стоят на месте? Сейчас глянем. Они стоят на месте. Их три вертолета, и они... Они стоят. На берегу пока. Давайте, не, они летят, они летят, они летят на нас, кстати. У нас две минуты. Но они летят. Давайте в машину. Давайте засадим. Бегом. Если что, у меня есть ракетница. У меня тоже. У всех есть. У всех она есть, форма. Короче, пока вертолет... Короче, кажется... на счету каждого должен быть вертолет, кроме форварда. Да. И нет ракетницы. А, ну значит, кроме Сани. Значит, да, Санек у нас водитель, давай, топи. Ну хоть бы цель показали, есть, куда ехать. Ты что, не видишь? Ну, я карте. Вижу. Ну я вот просто... прямо и едь. Ну полетели. Может там вертолет был где-то? Там катер был, все. Вон, кстати, они близко уже. Сейчас, Санек, главное... Торможу, выходите долбить. Да. Главное, никто раньше не уходит, чем пока да. Саня остановится. Вот-вот-вот. Что вот, за вот. Туман такой? Блин, туман специально как будто. О, все, тормози, тормози, тормози! Он на него же... Торможу! Стойте, давайте по очереди стрелять. Первый мой. Кто первый? Мимо, как? Пацаны, господи. Блин, я же выбрал ракетницу. Ляй. Давай, да, есть один. А, я не дотягиваюсь до этого. Есть. А, пацаны, я сейчас убью. Еще один. Не попал. Да, я хорош, попал. Все, я садимся. Все три убил, да, отлично, все. Садитесь, садитесь. Я каждого попал. Говорит по этим самым. Я пытался, он был надо мной, я не мог с него попасть. Я Вова попал, только не успел. Пару секунд хотел. Красавец, я все сделал, пацаны. Я
Просто мастер. Вот сейчас у меня реально ощущение, как будто я здесь не видел. Я не помню этого столба! О май гад! Ты давай не убей нас только, весело. Не ездил он тут, блин. Моста не помню, ой, это столба не помню. Интересно, я залечу, если вот так? Тут, блин. Не надо. Вон уже дальше проход. Я что-то не помню такого вообще тумана. Блин, так красиво. С такими. Ой, ой, ой. Это у тебя же, Санёк, еще не 4K монитор. Ну. Че, будешь копить теперь на 4K? И не очки виртуальной реальности, да. Нет, я буду сейчас копить на новую карту захвата. Какую? Которая на 60 кадров в секунду. Которая HD. А у тебя на сколько? На 30. На 30 так. Че, она дорого стоит? Ну, 1014, наверное. Ну, вот я тебе 200 рублей закину. Ну, это долг, Санин. Ну, потратишь на этот самый. Пускай задом заезжает. Давай. Хорош. Это рабочий. Уничтожите. Там что валяется. Надо уничтожить. Просто себя не убейте. Давайте я канистры подожгу, подолью, короче, вы просто... выстрелите. Да? Ну, может, вы это. Вы палите. Все, вы готовы? Кстати, нам жизнь команды прибавили. У нас никто не умирал, алё. А, никто не умирал? Все, вон, стреляйте в эту лужу. Стреляйте. Сука. Что себе? Пипец, блин! Что-то горит. Вова горит! А под ним... прям в огне. А под ним... Все, исчез Вова. И превратился в Джорджа. Прям вот нарисовался. Сатана вернулся на родину. Что, 22 520? Исчез такой, ну, в конце. Не, я у себя остался. Я, то есть, наверное, в сумрак вошел, наверное. Ты черным стал. Из канистры такой появился. В руках. Ну что, друзья, спасибо всем за просмотр. Всем спасибо, всем пока. А это была запись, да? Пока всем.